Непрерывная полоса от Кольского полуострова до Чукотки занимает 14% территории России. Это тундровая зона. Ее южная граница почти совпадает с полярным кругом. Долгая зима, короткое лето, но как только наступают теплые летние дни, тундра превращается в пестрый и яркий ковер. Почему северное разнотравье цветет крупными цветами и что это за цветы, узнаем сегодня. На территории округа известно 720 видов сосудистых растений, 260 видов мхов и столько же лишайников. Все они оживают, как только сходит последний снег. Но самым первым появляется подснежник заполярный. Научное название – фиалка наскальная. Цветок, про который сложено столько легенд, что за день и не пересказать. Она возникла, по словам одной восточной легенды, из слез благодарности Адама, когда архангел Гавриил принес ему радостную весть о прощении ему Господом его грехов. Известно более 700 видов фиалок. В нашем округе растет три вида – наскальная, сверхуголая и двухцветковая. Этот красивый цветок предпочитает умеренный климат и горы. Наша тундра, Скандинавия, Атлантическая и Средняя Европа, Средиземноморье, Балкано-Малоазиатский район идеальны для ее распространения. С лечебной целью используются корни, трава, стебли, листья и цветки. А это синюха северная, неприхотливый житель песков. Встречается даже по обочинам дорог. Она, как и фиалка, цветет одной из первых. Латинское название синюхи происходит от древнегреческого «полемос» – «война». Между двумя греческими правителями – Полемоном из Понта и Филитаером из Каппадокии – был спор по поводу того, кто первый открыл целебные свойства одного из видов этого растения. Отсюда и название. Синюха – народное название многих растений с синими цветками. Василек синий, змееголовник рюйша, синяк обыкновенный, вика заборная и других. В народной медицине синюха употребляется от многих болезней. А это мытник из семейства норичковых подсемейства погремковых – растение полупаразит. Его листья и корни проникают в корни других растений и забирают из них воду и питательные соли. Есть предание, что жил-был на свете мытник, сборщик торговых пошлин. И так усердно он выполнял свои обязанности, что люди от него заливались горючими слезами. И вот набралось однажды столько этих слез, что собрались они в грозовую тучу, и на пустынной дороге все пролились на голову мытника и утопили его. А когда влага впиталась в землю, то показался из почвы росток, и выросло из него растение, которое люди назвали мытником. А из вот этих маленьких розовых пятилистных цветочков осенью вырастает черная и крупная ягода. В народе ее называют психа. Научное название ягоды – водяника. Такое название дано растению, скорее всего, по причине малого количества мякоти и большого количества пресного сока. Русские народные названия – богновка, вороника, медвежья ягода, пьянка. Англичане и французы называют ее вороньей ягодой, а финны – свиная черника. У жителей Нарьянмара эта ягода всегда пользовалась популярностью. Ее собирали ведрами, варили варенье и делали соки. Примерно в это время цветет и колокольчик – нежный красивый цветок со звучным названием. По одной из легенд, колокольчики появились в тех местах, где на землю упали перезвоны от лихих упряжек с ямщицкими песнями и звонами их колокольчиков в лошадиных дугах. А еще одна легенда гласит, что церковный колокол был отлит именно по форме цветка, хотя скорее все было наоборот, ведь название он получил от латинского слова «кампана», что значит «колокол». По народному поверью, звонят они лишь раз в году, в волшебную ночь накануне Ивана Купалы. В народе издревле любили этот цветок, о чем говорят ласковые названия, которыми наделяли его в разных местах – печужницы, чеботки, звоночки, синельки. Древние китайцы использовали колокольчики в качестве денег. В эпоху западного Джоу начали отливать бронзовые деньги в виде колокольчиков. В качестве денег их использовали и кельты на территории Западной Европы до введения там чеканных монет. Середина июня – это время, когда из этих желтоватых шишечек появляются белые цветы багульника стелющегося.
Растение семейства вересковых произрастает в субарктическом и умеренном поясах северного полушария. В мире насчитывается около 10 видов, 4 из которых распространены на территории России. В округе растет только один вид. Багульник еще называют клоповник из-за резкого одурманивающего запаха. В его листьях содержится эфирное масло сложного состава, которое обладает ядовитыми, поражающими нервную систему свойствами и вызывает головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, иногда и потерю сознания. Эфирное масло багульника может применяться при обработке кож, в мыловарении и парфюмерии, а также в текстильной промышленности в качестве закрепителя. Запах свежих листьев и ветвей багульника отпугивает кровососущих насекомых, предохраняет меха и шерсть от моли. На территории округа произрастает 123 вида растений, которые находятся под охраной. Все они занесены в Красную книгу Ненецкого автономного округа, которая вышла в свет в октябре 2006 года. Что предшествовало ее созданию, мы спросили у Нины Михайловны Николаевой. Здравствуйте, Нина Михайловна. Инициировали работу по созданию Красной книги в Ненецком автономном округе Игорь Анатольевич и Ольга Васильевна Лаврененки. Работа проводилась в течение нескольких лет. Были привлечены ученые с различных регионов. И 2 марта 2005 года вышло положение об установлении перечня растительного и животного мира, который нуждается в охране. В Красную книгу было внесено 123 вида растений, включая мхи и печеночники. А какие вот на данный момент в нашу Красную книгу занесены растения, которых нет вообще нигде, вот, допустим, в России или в мире? Самые редкие? Наверное, самые редкие, которые действительно встречаются только у нас в округе, это живокость холодолюбивая. Она встречается только у нас, за пределами округа отмечена не была. Надо сказать, что все таксоны, как растительного, так и животного мира, они делятся на категории редкости. Например, для растительного мира Ненецкого автономного округа выделено 5 категорий от 0 до 4. Первая категория 0, она присвоена видам, которые, вероятно, исчезли с территории нашего округа. К ним, например, относятся пальцикорник Траунштейнера и горячалочка золотистая. Наиболее известные всем жителям нашего округа, и не только, это краснокнижные виды, такие как радиола розовая и пион уклоняющийся. Они являются не только редкими и красивыми растениями, это еще лечебные растения, лекарственные. Поскольку это Красная книга, в ней должны быть предусмотрены административные наказания. Вот что, например, грозит человеку, если он сорвал радиолу розовую? Надо сказать, что в положении, о котором я выше говорила, есть опубликованы также таксы, то есть штрафы за сбор растений, за уничтожение их места обитания. Так, например, если вы сорвали один экземпляр радиолы розовой, то штраф составляет 50 тысяч рублей. Но это данные на 2005 год, сейчас, наверное, есть какая-то индексация. За этим должны следить природоохранные органы. Редкие виды растений, которые нуждаются в охране, это не только те, которые растут где-то на просторах наших тундр или в лесотундре, они растут и рядышком с нами. Так, например, вот в районе города Наринмара очень активно сейчас в наши дни начинает цвести первоцвет картуза матиоли, растение, которое внесено в приложение Красной книги. Также я могу сказать, что у нас в районе Наринмара отмечено произрастание зорки ненецкой или лихнис ненецкий, который отмечен в районе города Наринмара, в Городецком озере и на реке Вельт. То есть только 3 ареала пока известно его произрастание. А поэтому, когда местное население наше идет на природу, в загородный лес, пусть они будут внимательны, потому что, разводя костер, они могут принести большой вред природе нашего края. Этому белоцветью радуются все северяне. Это зацвела морошка. Ровно через месяц из каждого цветочка появится крупная, сладкая и янтарная ягода. Изысканное лакомство, воспетое в стихах северными поэтами.
Ягода морошка, ты ли не в чести? Ты на север брошена из святой горсти. Действительно, морошка – это Божий дар всему живому. В древности ее называли царской ягодой. Растет она только в тундрах и на болоте. Это арктоальпийский вид, морошка приземистая. В народе ее называли болотный янтарь, очи болотного, болотный стражник, маховая смородина, глошина, арктическая малина, северный апельсин. Витамина С в ней аж в 3 раза больше, чем в апельсинах, а по содержанию витамина А морошка превосходит даже морковь. Лечебными свойствами от 30 недугов обладают не только ягоды, но и листья и корни. Перед морошкой даже цинга отступает. Спелые ягоды хорошо хранятся в свежем виде. Из них варят джем и варенье. Плоды с хорошим вкусом употребляются в разнообразных видах. Долго хранится в моченом виде. Морошка – одна из любимых ягод Александра Пушкина. Известно, что перед смертью он попросил именно моченой морошки. В Швеции выпускается морошковый ликер, очень популярный среди иностранных туристов. И уже 14 лет монетный двор Финляндии чеканит монету в 2 евро с изображением северной ягоды. Древнегреческий философ Аристотель утверждал, что весь мир делится на 2 царства – неживой и живой одушевленной природы. К последнему относятся люди, птицы, звери, рыбы и растения. Он считал, что каждый росток обладает душой. Вообще, целители древности считали полезным общение с цветами. Современные ученые доказали наличие биополя у растений. Если землю лишить цветов, то ее жизнеспособность уменьшится. Так что все опять зависит только от нас. Увидимся. Лакомбой.